Здравствуйте, с вами Полли. Сегодня я вам расскажу еще об одном конкурсе для творческих людей. Я не знаю, понравятся вам как бы условия участия. Ну, кто сильно хочет, может поучаствовать. Дизайн плаката международной биеннале конкурс Франциско Монтекона 2024. Если вообще темы для художников и фотографов, а также тема конкурса для вас интересны, не забудьте подписаться на этот канал Полли. Я каждый месяц рассказываю о разных конкурсах международных, где можно поучаствовать, заявить о себе и даже выиграть призы. И если мое видео для вас интересно и полезно, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Тем самым вы помогаете развитию и продвижению моего канала. Под этим видео находится ссылочка, по которой вы можете перейти, прочитать полные правила конкурса и поучаствовать. А я вам вкратце расскажу. Поучаствовать можно до 29 апреля 2024 года. Участие от 18 лет и участие бесплатно. Можно предоставить максимум 2 плаката. Тема не определена, но желательно, чтобы она отражала корпоративные аспекты организации организатора в отношении белых вин Альбариньо. Вот, не знаю таких вин, но, в общем, белые вина. Но там есть условие, что все работы должны быть представлены в двух форматах. Распечатанные и наклеены на пенопласт 50 на 70, и нужно это прислать. Или можно заплатить по 15 евро за каждый. Но мне кажется, проще заплатить по 15 евро за каждый. И там, в общем, когда вы будете, если будете участвовать, там есть где у них распечатать это все. То есть за одну работу 15 евро, в общем-то, недорого. За две работы 30 евро, максимум две работы. И также они должны быть сохранены в высоком разрешении на USB-накопителе. Но по поводу того, что заплатить по 15 евро, там написано, что это условие как раз для тех, кто не входит в ЕС. И, соответственно, как бы для них вот есть такая возможность поучаствовать таким образом. То есть заплатить, они сами там вроде как распечатают и... Можно вот так поучаствовать, ну, так, по крайней мере, указано в условиях конкурса. Там будут денежные призы, первое место 10 тысяч евро, и будет еще 3 приза по 2 тысячи евро. Я не знаю, буду ли я участвовать, я еще подумаю, до 29 апреля время есть. Там, кстати, можно посмотреть, какие были работы победители в прошлый раз. Ну, на мой взгляд, это такие работы в стиле минимализма. Ну, это на мой взгляд. У вас может быть другое мнение. Ну, можете зайти посмотреть. Вот. Ну, не знаю. Мне, если честно, не очень нравится вся вот эта идея с наклеиванием на пенопласт. А почему нельзя, допустим, просто изображение как бы оценить, да? Ну, меня вот это смущает, как бы останавливает, но, может быть, кто-то захочет поучаствовать и даже выиграть. Я вас не отговариваю, я просто как бы озвучиваю свои мысли вслух. Я не знаю, буду ли я участвовать, я еще не решила. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом конкурсе и о работах на пенопласте, будете ли вы участвовать. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!